Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем работника культуры. Люди нашей профессии яркие, творческие, увлеченные. Это работа для тех, у кого есть талант и призвание. Сильный характер, большая душа. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и осуществления самых смелых идей и проектов. С поздравлением, Кусаинова Сауле Бениндиновна, Ибраевская сельская библиотека района Шалахын. Вздохнула струна в тишине, сыпалась и погасла. Сейчас я подумал, что нет. Важнее хранители счастья. Хранить — это значит беречь, нести осторожно и нежно тот свет, чтобы в душах зажечь огонь доброты и надежды. Мы ведь тоже такие отчасти, не нужны нам награды и звания. Быть обычным хранителем счастья не профессия, а призвание. Если зал рукоплещет стоя и от права трепещут струны, значит, все, мы достойны быть работниками культуры. Профессий много на земле, не перечесть. И в городе, и на селе умелым честь. Но есть профессия одна, в ней доброта заключена, в ней доброта заключена. Библиотекарь для знаний, для души и от недугов. Чуть формуляром пошуршит и даст вам друга, что бескорыстно скрасит вам дождливый вечер. Здесь ждут и рады каждой встрече. Даже тот, кто робко сник, терпя напасти, среди хороших, добрых книг поверит в счастье. Библиотекарь, ты борец за человека, так славься, кузница сердец, библиотека. И даже тот, кто робко сник, терпя напасть, среди хороших, добрых книг поверит в счастье. Библиотекарь, ты борец за человека, так славься.